такие угрозы после вбрасывания в чужой зоне. И вот бросок и гол! Ничего себе! Это Михаил Железнов, который давал интервью. Да, знала наша коллега Мария Егорова, у кого брать интервью. Ничего себе! В третьем периоде позволили сместиться в центр Михаилу Железнову, 98-му номеру Амура. И тот, кто там появился. Печурский начал атаку. Печурский, да, поучаствовал в этой атаке, заработает результативный балл за передачу. И отличный бросок из-под защитника получился у Михаила Железнова. Ближний и верхний угол. Попала шайба после его броска, задев амуницию Доминика Фурха. Но вообще очень хороший по точности бросок получился у Михаила Железнова. И Амур в третьем периоде выходит вперед. Третья заброшенная шайба Михаила Железнова в этом сезоне.